В общем-то, всем привет! Продолжаем играть в Лотра. Значит, сегодня у нас продолжаем исследовать Минас Тирит. В прошлой серии я зашел, получается, на четвертом ярусе, где мы сейчас находимся, в театр. И не смог оттуда выбраться. Игра меня схватила. Значит, да, я почистил инвентарь, наконец-таки, более-менее отсортировал. Тут у меня очень много, конечно, ремесленных слитков осталось. С различным металлом, но скоро я от них избавлюсь. Дело в том, что я так посмотрел, посчитал и прикинул, через неделю я сделаю себе легендарку 100 уровня первой эпохи. Я уже купил символ, все как полагается, на 100 уровень. Для того, чтобы получить рецепт, мне нужно добить репутацию с оружейной гильдии до вестимнет мастера. То есть, а это у нас, ну, 28 с лишним тысяч. Я так посчитал, ну, сегодня я покрафтил, поприменял все эмблемы, понятное дело, и посчитал все те, которые мне через неделю перезарядятся. У меня даже внахлёст выходит больше, чем нужно по опыту. Поэтому будем делать легендарку. Это при том, что у меня уже сейчас 100 уровень вот-вот будет. Вот, и как только я это сделаю, я думаю, что я почищу все вот это остальное, поубираю. Абсолютно ненужное. Ладно, давайте двигаться дальше. Попутно собирать все таблички. Насчет этих заданий я подумаю. Опять же, выкинул всякие монеты, там 300 монет анорианских было, я их выкинул, потому что они мне не нужны объективно. Вот эти гондорские пока что оставил, которые здесь в монастырите дают. В общем-то, у нас по эпосу задание проследовать на следующий ярус. Давайте не будем тут задерживаться. Ну, само собой, я таблички сколько смогу пособираю. Так, тут у меня 6 очков. Ну, я пока коплю, не знаю на что. Вернее, знаю, но не знаю, хватит ли мне. Я хочу вкачать вот этот навык. То есть, чтобы еще из красной ветки получить 20% дополнительного урона от света. Так как я в основном светом сражаюсь. Гамбиты копья как-то мне не очень заходят. Есть тут таблички, нет? Давайте показывайте. Так, а у меня такое ощущение, будто я... Да нет, вроде туда зашел. И вот непонятно, интересны эти задания или нет. То есть, надо их выполнять, цепочку какую-то выстраивать, потом будет ясно. Пока что я хочу чисто эпосом заняться. Там еще Бинго-Боффин, я не знаю. На 85 уровне аж его задание, еще в Вилдарморе деть можно. Нам просто задание непростое, я встрял, надо будет гуглить, как его проходить. Так, здесь у нас подъем. Нашел. Надо таблички еще смотреть. Я думаю, мы сегодня до конца посмотрим Минас Тирит. Там будет видно, куда нас дальше потащит. I haven't slept in days. Вот это как табличка выглядит. Она. Сундуки стоят. Они не кликабельные, возможно, по заданию какому-то. Кликабельные. Что что-то. О! Парахир.
Сын Хадора. Это случайно не тот челик, чье кольцо носит Арагорн? Он же кольцо Барахира носит как раз таки. Впрочем, там в Средиземье имена повторяются. Поэтому может быть другой Барахир. Алдамир есть. Беликтор. Сколько же этих королей, а? Там еще вон стена целая. Так это мне нельзя. Потрогать, ну ладно. А че просто таблички, а где статуи там? На этом ярусе еще что-то есть, да? Это у нас за коридор. Здорово. Ух ты. А тут дают свиток. Вот такой, да? Пожалуй, я это задание возьму. Ну, свиток, он как минимум денег стоит. Неплохих. На аукционе порядка 30 или 40 золотых. Это очень неплохо. Так, там у нас внизу, я понял. Мы там были. Так, что ты встал? А, это опять канализация. Так я туда не пойду. Там делать нечего. Ладно, все, поднимаемся на 5-й ярус, получается, да? На 5-й. Ну так вообще город поживее выглядит, мне кажется, чем в фильме. Там растительности столько не было, тут прям ее дофига. Лестницу главное не пропустить. Так, стоп, это задание в это. Это в цистерне выполняется. Стоять. Нет, мы пойдем тогда это сделаем. У нас такие дела. Добрались. Пойдем-ка. Я надеюсь, только здесь надо. То есть не заставят в ту, в первую возвращаться. На третьем или на втором ярусе. Нам нужно кого-то найти. Поисковая миссия, по идее. Смотри, какой-то гоблин оглушил. Моего защитника, да ладно. Давай-ка отдыхай. По крайней мере, теперь место есть в инвентаре. Тут, блин, я не знаю, тут какое-то море, честно говоря. Это не стерите. Гномов слямжено. Чё-то развалился быстро.
Ящерицы нам угрожают. Это хорошо. Мне не придется лишний раз с ними драться. Ну что тут за эти? За катакомбы такие? Еще и с лабиринтами. Да ладно, крыса напала. О, кажется, нашел. Сам умри, понял? Этих. Понятно, каких-то тварей. Вот я нашел раз. Что-то крыска решила не нападать, да? Ну, кстати, сотый уровень. Глема для рыцаря. Выход на стилет. Возможно, кстати, на тот ярус, в котором я был уже. Я вообще не удивлюсь, не соединил. Остальные предметы нужно найти. Хожу, брожу. Дети, тут вообще пещера какая-то. Я думаю, у нас Терри-то есть свои тайны, да? Загадки. Просто иначе это никак не будет. То, что я вижу. Йо. А тут ящерицы уже позлее будут. Покрупнее. 51 тысяча хп, блин. Ничего нет. Это выход в город. Что-то вообще, да? Офигеть. Откуда вас столько? Смотрите на этот трэш просто. Куда вас столько? Собирал, блин. Целая армия гоблинов. Какого черта? Сюда, блин, надо, не знаю, армии Гондора посылать. Они опасны. Так, пассивка у меня висит. Все нормально. Они мне ее не прокнули. Все же, где остальные предметы, а? Гоблины, гоблины, жуки. Ну, я там ничего не вижу, там крысы только бегают. Давайте наверх сходим, там гоблины, кажется, что-то охраняли.
Ого. Так, я нашел. Что сюда пошел? Это цепь. Так, цепь. Дальше что? О, посмотрите. Орк саботажем занялся. Идите, боже. Сами вы умрете, говорю. Все, посох нет. Их положил. Опять секира третьей эпохи. Зачем? У меня есть... Через неделю будет первый. Зачем мне третья? Заметил. Ну ладно. Надо отсюда убрать. Что там за колеса крутишь, а? Все, конечно, неплохо. А вот еще один. Что-то там ломает. Пускай, в принципе, ломает. Давайте просто пойдем туда, где я не был. И все, рано или поздно найдем, что нужно. Защитные бафы кидаю себе, чтобы меня не забили. Стоп, здесь я был. Еще нет. Значит, пойдем сюда. И отсюда направо, получается, прямо по коридору. Так, это еще что-то такое. Сами напросились. Свидание. Все равно куча лама, хотя тут рецепт на оружейника, я смотрю, да? Моего уровня. Надо чуть быстрее похилиться. Где же тут был? Или нет? Или я был с другой стороны? Опять крыса на меня согрелась. Ну, ладно. Я был точно. Блин, ну где же оно, а? Цель моего задания. Тут я не был. Смотри, я застаню. Можно рыбу еще половить и попробовать. Правда, тут рыбу можно и в фонтане ловить, вообще где угодно, в принципе, где вода есть. Даже в лужу. Помню, где-то в какой-то луже ловил рыбу. Было забавно. Чё, вправо сходить. Отсюда я пришел. Точно не сюда. Ты меня задолбал. Давай свой хп. Значит, пойдем вот сюда сейчас. Так,
сюда, значит. Здесь я не был. Очень много противников. Возможно, я откинусь. Может быть, и нет. Вампирка мощная тема. Нет, даже пассивку не пробую. Я вас понял. Трогаем вас. Ну где? Вот какое-то еще помещение. Ладно, просто ищем. Мне кажется, что где-то здесь. О, нашел. Конечно же. Здесь, где же еще? Еще крыса прибежала мне бить. Это зря, мышка. Пустошение. Хотя, блин, гоблины испугались, а опустошение мышь нет. Странно. Шестеренка. Все, поговорить с этим, да, вернуться. Так, а откуда я пришел? Отсюда, по-моему, да? Путем мы вернулись. Не, все, до свидания. Наигрался уже. Сейчас налево. В чем-то ладно, я, наверное, не буду это показывать вам. Я тут бегаю. Так, ну вроде я вышел в том месте. Ярус тот, по крайней мере, точно. Да. Все, давайте тогда я сдам задание. Или еще починить. Починил. А, их три. Или один, но тот же. Все. Конечно же, у меня места не хватает. Ну, сейчас что-нибудь выкинем. Надо будет по пути найти какого-то торгаша. Эту фигню, блин. Все, плюс еще один свиток. А, это... Это не те жетоны, ну ладно. В чем-то такие дела. У нас день выполнять квесты в Минастерите. И один ухватил, самый такой вкусный, скажем так, со свитком. Понадобится мне этот свиток или нет, я не знаю еще. Посмотрим. В любом случае, его продать можно хорошо. Хорошее задание, мне нравится. Вот такое. За 30 золотых вообще легкая работа. Так, все, тут мы поднимаемся. Пять минут уже прошло, надо бы ускоряться как-то, я не знаю. Здесь больше таких заданий не будет, сочных попадаться.
пока что. Все, теперь на ярус выше. Тут у нас ярусы уже меньше становятся. Еще короли. Так, вот еще табличка. Значит, лестница у нас какой? В той стороне, да? Поэтому мы пойдем сначала вот сюда. Туда нас не пускают почему-то. Тут у нас уже больше черного цвета начинает появляться. О, а тут деяние на 5 табличек. Плохо. Вот хорошо, если бы они все здесь 5 были. А, это у нас эти дома излечений. То есть, где Элвин лечилась, где фармер лечился после сражений. Вот еще таблички вижу. Раз и два. А вот еще. Видите, у меня такое ощущение, будто вот этот вот список достижения, то есть, да, список табличек, он вообще не уменьшается, который нужно посетить. Как было дофига, так дофига и осталось. Что-то как-то это все странно. Ладно, тут есть еще. Должны быть, надо подняться просто. Надо просто подняться. Нет, это все. Так полагаю, да. У нас край. Ярус. Хорошо, садимся на коня тогда и скачем в ту сторону. Ярус маленький вообще, следующий будет еще меньше, самый высокий он. Ну, самый высокий он довольно большой, потому что там еще скала. И там, по-моему, тоже эти, везде статуи стоят с этими табличками. Опять у нас какие-то подозрительные типы здесь живут. На каждом ярусе они есть. Это у нас архивы. Это, по-моему, именно здесь у нас Гэндальф искал информацию о кольце. Он читал записи Сильдора. В этих самых архивах. По-моему. Полагай, пожалуйста, игра. Понимаю, что Минас Тирит, очень много объектов. О! Я выполнил какое-то деяние. А, я нашел всех этих, да? Этих вот ребят, я понял. Хорошо. Как спрятали, а? Бля. Видимо, не очень хороший был. Так, здесь у нас подъем. Ага, вижу. У нас окна. Думал, табличка. Так, это у нас фонтан с этими... с инстанциями. С Готмагом есть. В принципе, ладно. Нам наверх. Торопиться не будем.
О, тут три таблички осталось для этого деяния. Неплохо. Две, одна. Я понимаю, это она. Это другая. Нет, конечно же, это другая по закону подлости. Так, а ну-ка ты, давай-ка я тебе продам всю эту чушь, что я насобирал. С гоблинов и прочих тварей. Здесь у нас ничего нет. Ну, ярус совсем маленький. Тут все близко. Вот первый ярус, он вообще невероятно огромный. По-моему, я не весь его обошел. Вам придется еще шаркаться. То есть вот здесь никаких меток ничего не стоит. Видимо, я там не был. Мы так-то уже довольно высоко забрались. The Dome of the Sun is in the sixth circle. The Council of Gondor meets there. Так, а вот здесь вот мне непонятно, где подъем. Сейчас найдем игрок тут. А, ну вот они, дома исцеления. Значит, то другое место. Чуть-чуть, понятно. Все-таки вот здесь были Фарамир. С этой с Элвин. Ну, тут они встретились, получается. Есть тут еще таблички? Нет, или я зря сюда зашел? Там солдаты даже. То ли эти роханцы, то ли какие-то рейнджеры. Это я посетил, походу. И тут не хотят. Ладно. Нифига себе. Тут получается ярус круговой, то есть он не как полумесяц, а полностью кольцом сделан. Прикольно. По-моему, где-то здесь табличка была, я видел. А, ну вот. Уже ее смотрел, видимо. Хотя вроде количество этих личек уменьшается. Эй, Альберт, что с тобой, блин? Не делай таких поз, пожалуйста. Столы для ремесла. Ох, нифига себе, тут у нас уже стражи цитадели. Серьезно. Дом солнца. Что вообще такое? Ух, нифига себе. Что за место? Модель Минастирита. И якобы можно в нее зайти. Ну, то есть... Двери. Ладно. Вот этой комнаты я не видел.
Я здесь первый раз. Прикольно сделано, прикольно. Мне нравится. Здесь тут двери даже передо мной сами открываются. Так, а где подъем-то на следующий ярус, а? Тут есть какая-то лестница, но мне кажется, это черный ход скорее. А, это вообще на стену. У нас есть табличка. У нас казармы, получается. Ну давай, блин, анимация, алё. Не люблю, когда такое происходит. Ладно, я тут табличку еще одну видел. Вот она. Прячет их, прячет. Может, еще там есть. Это у нас высшая конюшня. Ну, типа, самая высокорасположенная, что ли. Королевские, можно сказать. Принять можно. Вот стражи цитадели ходят. Они прям отличаются тут. Как оно положено. Так, тут у нас какой-то склад. Забрел вообще не туда. Никуда. Ловить здесь нечего. Ну, конюшни и конюшни. Элитная какая-то, я не знаю. Максимально элитная конюшня. Ну, давай. Так, по идее, где-то подъем вот здесь должен быть. Или нет? Или вот он? А, ну вот, наверное, желтенькая лестница. Наверное, так. Да-да-да, подъем здесь. Хорошо. Чего здесь осмотрим? Оп-оп. Еще есть? Давайте еще показывать, где вы их прячете. Так, ну и здесь я, получается, поднимался, да. Ну все, получается, поднимаемся тогда на последний ярус. Самый эпичный. У нас полностью крытый переход. То есть в скале расположен. Получается, да? Да, мы внутри этой скалы. Неплохо они выглядят. Неплохо. Реально, тупо страж цитадели. Еще два яруса могло быть на самом деле. Поговорить с Митрандиром. И вот он, собственно, у нас внутренний дворик. Он отличается очень сильно от того, что было в фильме. Белое древо Гондора, вот оно стоит. Тоже по-другому выглядит, покрупнее. Кстати, вот у нас, тут у нас дворец, и там у нас как раз-таки плац, скажем так. Давайте сначала таблички осмотрю. Ой, кто-то
охренеть, сколько у серии тут собирать их. Смотреть. У нас музыканты, не музыканты. У нас стена. Охренеть, каким видом. Так, и там получается у нас эти гробницы, склепы этих королей. Ну ладно, тут стены, на стенах делать нечего. Пустые, так понимаю. Что? А, место отдыха. У нас и доламбратские ребята, и лосарнакские, и прочие. Сламидонов, не ламидонов. С тобой поговорим. Ты нам даришь коробку и какие-то ботинки, да, на выбор. В принципе-то носить особо смысла нет. Да ладно. Так, тут шлем дают. Давай, грузись, блин. Моделька. Хотелось бы посмотреть. You were denied the greater passwords for some of the levels. What rubbish! We must not rely on the strength of the walls. The people must be strong. Тут много с кем надо поговорить. Так, что у нас? Две эссенции, да? Они вообще нулевые, практически. Ну, я видел такие сенсы, они там по 2000 прибавляют статов. Это вообще просто копейки по сравнению с ними. Даже стыдно их в инвентаре таскать. У тебя я смотрел уже задание. В дворец мы зайдем позже. О, Перегрин Тук. Даже возьму его задание. Блин, Пиппин так нелепо выглядит, конечно. Рядом со всеми этими ребятами. Ну да ладно, страж цитадели. Что Меритронт. Так, а это что у нас, напомните мне, а? Помни, игра, что это? Нифига себе. Это уже какая-то, не знаю, королевская столовая. Я бы так сказал. Вот прям все эпично максимально. Но лестница, ступенек много. Пришел.
Сейчас мы быстренько осмотрим вот здесь. Все. И сходим в этот королевский, скажем так, в башню Эктелиона. Это самая высокая, по идее, точка в Минастирите. Там этот палантир у нас получается расположен. Так, тут очень много табличек, да. Возможно, даже все оставшиеся. Не, ну часть я пропустил в любом случае на первом ярусе. Здесь очень много людей, на самом деле. Хотя в фильме, по-моему, кроме Стражи Цитадели, тут никого не было. Постепенно деяния на вот так линию королей уменьшается. Осталось 3, получается, да? Мне кажется, они на первом ярусе где-то. Или, может быть, даже в тронном зале. Привет, Перегрин. Так, отсюда, я думаю, падать не очень-то умно. Аж на первый ярус можно попасть. Отсюда у нас можно полюбоваться видом. Нас гилят. И получается... Как его? Тилиан. А Мордор дальше там уже тупо не прорисовывается, выходит. Я себе главный квест, конечно. Ладно, сейчас зайдем в тронный зал и дальше уже. Идем вот эти два задания. Ну, задание Пипина тоже. Выполнил, почему бы и нет. Да, ну белое древо, конечно. Стражи белого древа у нас никак не отличаются, да? По сути, те же стражи Цитадели. Но тут какие-то особенные будут. Башня Эктелиона. Блин, тут такое мраморное этот пол. Такое ощущение, будто он водой залит. Кажется, так, тут у нас все перекрыто. Вот он, тронный зал. Тут у нас есть статуи королей, но табличек нет. Вот он, трон. Тут у нас еще стульчик наместника получается, да? Не, ну я просто обязан это сделать. Ну, вообще, как бы персонаж не хочет садиться, но кое-как усадил. Просто иногда, когда вы применяете эмоции, допустим, сесть возле какой-то мебели, то есть она автоматически появляется под персонажем, как это сказать. То есть он садится, как полагается. А тут он просто сел, как на любую поверхность. К сожалению, на троне восседать не может персонаж. Ладно, не больно-то хотелось. Подняться в саму башню, видимо, возможности нет. То есть у нас доступен только тронный зал, все остальное он перекрыто.
стоят стражи на стрёме. А, сейчас на самом деле очень муторное у нас основное задание. Нужно там говорить, выполнять задания. Вот. Так, это, наверное, на ярус ниже, да? Потому что тут у нас ничего нет. Поговорить с Перегрин Туком. Город за цитадель. Задание, да, это я взял. Поговорить с Дуэлином и с Атнаром. Вот здесь только Перегрин Тук, по-моему, на этом ярусе. Ну и все, короче, посмотрели на Берегонт у нас тут, да. По книге он, по-моему, с Пиппином корешился. Ну, как минимум, они беседовали. Ну да, тут на ярус ниже, как бы, спускаться. Единственное, что вот сюда осталось еще сходить, но я без понятия, как это сделать, если честно. Может быть, вне серии поищу, посмотрю. Может быть, туда перекрыты вообще проходы. То есть нельзя попасть просто так. А где-то у нас задание, да, вот. Welcome to the Dome of the Sun, where meets the Council of Gondor. Мне нужно зайти сюда. Ну ладно, давайте зайдем. Я уже заходил. А, это, видимо, сейчас макет надо будет потрогать, да? Говорит с Арадором. Где он у нас стоит? А, вот он сидит. Yes. Ah, I wonder if you might do me a favor. Собрать бумагу. Вот это супергеройская работа, блин. Вспоминается сразу, как я в Казадуме эти какашки козлов убирал. Да, было дело. Там потом одну из них дали как награду задания. Ха, так она еще и статы давала неплохие. Вы мне дадите макет этот потрогать, а что-нибудь с ним поделать, пожалуйста. Так, держи свою бумагу, старик. I am nearly ready. Let me copy these down. Подождать. Not be long. Он закончит. Ну давай, чё, минуту просто ждать. Блин, вот это реально неплохо сделано. Я не знаю, похож очень на какой-то свадебный торт, что ли. Неплохая мысль. Ты чё делаешь, а, стражник? Что он тут прыгает через эти, через стулья, через горшки? Какой-то вообще неуравновешенный. Вообще доспехи очень на роханские похожи. Так, все. А, то есть мне теперь нужно это все доставить, да? Прикольно. Это задание мы убираем, чтобы оно не мешалось. Пожалуйста. Нельзя.
Сейчас опять по всему этому Минастири тут таскаться, да, с этим делом. Так, ну по Ярусу точно тут надо прогуляться. Анимация, не боли, пожалуйста. Я понимаю, что много грузить, но давай выздоравливаем. Так, по-моему, мне сюда нужно. Дверь, пожалуйста, прогрузите, чтобы я мог на нее нажать. Ну да, мне сюда по заданию. А, нет. С этим надо. Раз. Еще кто-то наверху получается, да? Доставить писанину, кто хочет ее получить, а? А, ты? Thank you for bringing this resolution to me. I will act upon it at once. Защитник, блин. Здесь только я защитник. Так, и получается еще два вот этих вот распоряжения. Вообще, resolution — это разрешение. Да? То есть я знаю по, скажем так, настройкам монитора, то что resolution — это разрешение. Тут, видимо, другое понятие разрешения. Ну, я понял. Понял, где следующий находится. Получается, спускаемся, в ту сторону идем. Лучше это задание показать все-таки. Это у нас кто-то внизу, да? Дает задание, что ли? На втором ярусе, да, тот челик, которому нужно задание выполнить, я понял. На втором ярусе. Так, теперь. Где тут лестница, а? А, ну все правильно, в эту сторону мне идти. Стревай. Где-то вот здесь у нас спуск, вот он. Получается, на этом ярусе у нас задание Пипина. Его найти. Все задания. Если кто-то знает, в комментариях напишите, пожалуйста, как вот сюда попасть. Можно ли попасть? С какого яруса нужно идти? Что-то мне подсказывает, что надо с самого верхнего идти. Не знаю, что мне так кажется.
I haven't slept in days. Так, мне не нужны с тобой разговоры. Я просто бегу дальше. Сейчас просто бежим до Тала в сторону. Ну это я все уже осматриваю. Две таблички еще, но мне кажется, они реально где-то вот здесь вот расположены. Подсказывает. Уже все пожмакал, да? Так, снова вернулись к этому театру, в котором я застрял в прошлой серии. Не знаю, может быть здесь просто цель моего задания. Места. Ну, кажется, тут ничего нет. Ну, в принципе, да, логично. Тогда бы колечко просто было, а не радиус. А задание у Пипина. То есть колечко было бы, что в этом помещении где-то. Цель моего задания. Что я тупанул. Но думаю, что в любом случае мы продолжим в следующий раз. Давайте на этом остановимся, а то я читаю это. Сдолбался тут уже бегать. Найду я тогда это задание, не знаю. Может быть на этом ярусе, конечно. Может где-то тут. Что, блин, фиг знает. А где оно может быть реально? Ладно, продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До следующего видео.